Уже под конец рабочего дня на Тверском проспекте развернулись работы на теплотрассе. Несколько специализированных машин из десяток рабочих проводили сварочные работы. Очередной прорыв? Нет. Мы связались с Тверской генерацией. На месте находилась их техника, и нам пояснили, что возле библиотеки имени Герцена проводятся текущие работы на разводящих сетях, и ресурсоснабжающая организация к ним отношения никакого не имеет. На теплотрассе работы ведет подрядная организация. По словам представителей Тверской генерации, потребителей от тепла и горячей воды не отключили.